Приветствую вас в этом видео. Сейчас я буду заниматься распаковкой Wildberries. Обычно я закупалась с AliExpress, но теперь я перешла на более быстрый с точки зрения ожидания магазин. Marketplace. Понятия не имею, как это называется. Это называется ад шопоголика. Но я не знаю, больна ли я шопоголизмом или нет. Я могу вам показать процент своего выкупа и сколько я потратила на Wildberries за все время. Я видела много видео, где просто люди мотают ленту и смотрят какие-то там товары и предлагают это купить. Причем сами не покупают и не собираются даже. Я не понимаю, в чем смысл такого контента. Я когда это увидела, подумала, надо хотя бы часть своих вещей показать вам. Возможно, некоторые из показанных мною вещей будут недоступны, однако что-то подобное можно найти, опять же таки, там. Я не думаю, что по качеству это будет отличимо. Это не как на AliExpress, если там один и тот же товар может быть совершенно разный, то есть по качеству, по пошиву, то тут такого я не наблюдала. Я не видела этого в отзывах. Сейчас я вам продемонстрирую некоторые свои вещи, которые я там заказала. Первая вещь и основная, с которой я хотела бы начать, это кофта. У меня к ней биполярное отношение, поскольку слишком проглядываются соски. Предполагала эту вещь носить на улице без каких-либо бюстгальтеров. Я ненавижу их. Не вижу в них смысла для своего размера. Она слишком обтягивает. В ней некомфортно. Заказывала по своим параметрам, но я в ней просто задыхаюсь. Может, ее вернуть и поменять размер или вообще ее не покупать. Я еще ни одной вещи в Wildberries не возвращала, и я понятия не имею, как это происходит. Мне проще, наверное, выкинуть. В принципе, эта кофта, она очень прикольная тем, что в ней есть корсет. Я еще подумала, может, какие-то накладки на соски купить. Ну, знаете, вот какая-то клейкая фигня. Вообще, это long sleeve, и, в принципе, он подразумевает обтягивающий эффект. У меня лонгслив подобный был, тоже слишком маленького размера. Мне, видимо, не везет с этим видом одежды. Еще тут горло несколько неудобное, давит вот тут. Мне не нравится, когда что-то давит на горло, сдавливает. Мне это прям вообще некомфортно, мне хочется натянуть, растянуть вообще. Вот так вот сидеть, вот так. Следующая вещь — штаны, карго, брюки, цвет коричневый, М, страна производства Кыргызстан. Кыргызстан. Бишкек. Может, я что-то путаю, Кыргызстан — это не Бишкек, причем здесь Бишкек вообще? Я просто была в Бишкеке сутки всего, но неизгладимые впечатления. Если хотите посмотреть, у меня есть видео на втором моем канале. Если кто-то не знал, у меня есть второй канал, игровой. И там я иногда слишком огромные видео засовываю туда. И тут у меня когнитивный диссонанс случился. И вот я не понимаю, у кого из нас двоих дальтонизм. Либо мне положили не тот свет. Меня и этот цвет устраивает, я неприхотливый человек, к сожалению, почему-то я оценку поставить не могу и вообще никакие отзывы написать, может быть, меня заблокировали за какой-то мой, ну, там, я шутки люблю шутить, иногда что-то пишу, может, кому-то там не понравилось, и меня заблокировали. Я в поддержку писала, и они мне ответили, что такое сейчас у всех, и они стараются исправить этот момент, что нельзя людям отзывы оставлять. Потому что, когда я нажимаю «отзыв», мне предлагают опять этот товар купить. Говорят, что отзывы можно оставлять только тем людям, которые приобрели товар. А я вот как бы сижу с товаром и такая думаю, блин, еще один? Я не пробовала оставить отзыв с компа.
не совсем то, что я хотела. В принципе, ну, то, что я хотела найти, невозможно. Щиколотки открыты слишком. Слишком короткие штаны. Я не обладатель огромных ног от ушей, но почему-то все штаны... Я замечаю, шьют как будто на карликов. Я просто вижу подростков, молодых людей, которые ходят, и у них голая нога совершенно. Зимой они ходят там кроссовки, кусок такой здоровой голой ноги, и потом начинаются штаны. Я не понимаю эту моду. А вдруг ты ноги не побрил? Это вообще так укорачивает ноги. Сейчас я показываю или уже показала, как смотрятся эти штаны на мне, как они смотрятся с моей обувью. Я не совсем поняла, как именно заправлять их в свою обувь. И, возможно, обувь должна быть чуть повыше, чтобы смотрелось как на модели. Мне нравится эта ткань. Я хотела заказать вот такие штаны. И был на сайте, в принципе, такой цвет, но более горчичный. А пришли коричневые, темнее гораздо. Да, я забыла, что еще к этой кофте шел вот такой подарок. Чудесная резинка. Она мне очень нужна. Следующий лот. Бальзам для губ малиновый. Возле касс всегда есть вот такие гигиенические помады, но сейчас там осталось только Нивея, и Нивея совершенно не справляется со своими обязанностями. У меня в зимний период очень сильно сохнут и обветриваются губы, и с них сочится кровь. Вот этот бальзам для губ единственный, который просто за сутки это все заживляет. Я не знаю, что там такое содержится. Следующее, что я хочу показать вам, одна из первых покупок, вот эта подушка такого же цвета, как мои штаны, она так шуршит. Секрет этого шуршания заключается в том, что это гречка внутри. Я старый фанат гречки. Классная подушка, смотрится очень. О, да тут сразу гречка. Шелуха гречишная. Слушайте. Это не для стирки. Видимо, это замочек, чтобы человек проверил, что действительно там гречка. Конечно, будет написано, что они с ортопедическим эффектом. Мне кажется, это все лажа. Просто на них очень удобно сидеть, приятно. С чем это связано? С гречишным эффектом, возможно. Сейчас я проверю, как свет падает или нет, потому что я специально тут выставляла вот это. То. Я тоже это брала на Wildberries, я забыла об этом. Это светоотражатель для фотографов и прочих любителей интересного света. Как это все выставлять, я еще играю с этим, но пока что проигрываю. Это такая штука на замке. Она содержит в себе несколько эффектов. Это такой круг. Тут источник света ставится, и он делает его рассеивающим, насколько я понимаю, чтобы он такой жесткий не был. Вот тут есть петля, видимо, куда-то это можно подвесить, чтобы было удобно. Золотой эффект и серебряный. То есть это все выворачиваешь. Вот это еще какое-то тоже полотно. На него наводишь источник света, и он как бы отражает от себя, как от белой стены. Возможно, я так думаю. Предполагаю. А этот свет поглощающий, чтобы от него ничего не отражалось. И когда он не нужен, его можно просто свернуть вот как-то так и вот так. Запихиваешь вот это все дело в чехол. Много места не занимает и... Он очень легкий, да. Если бы можно было оставить отзыв, я бы сказала, что поберегите свое лицо при первом открывании. Он действительно мне чуть не снес пол черепной коробки. Когда он открывается, он делает вот так. Оно мне прям в лицо так прыгнуло, но мне повезло, что все-таки не задело. А дальше я покажу подушку, опять же, сидушку. Она заявлялась, то, что вот это действительно ортопедический эффект. Сидеть на ней 8 часов подряд так же больно, как и на обычном сидении, но может из-за специфики самой подушки давление на копчик минимизируется. Вот я посидела на этой подушке. Вот этот вырез, он должен быть под копчиком.
есть вот такие маленькие прорезиненные точечки. Эти точки, они окрашивают поверхность. Он просто стал черный и все. Это не отмывается никак. Теперь, когда я кладу эту подушку, я вынуждена под нее еще класть какое-то полотенце. Следующий лот, который мне попался на глаза, и я вспомнила, что я тоже это заказывала там, это вот такая вот книжка, ежедневник. Ну, она такая приятная, мягенькая, с эффектом змеи. А, носки! Давайте я вам покажу носки. Сейчас они находятся на мне. В этих 12 парах мне не нравятся, по-моему, всего 3, а все остальные меня устраивают. Вот мои любимые с грибами, с топорами нетронутые. Всякая плоть, отрубленные руки, черепа, которые плачут радугой. Это то, что мне нужно. И туалетная бумага. Они длинные, как нужно. Я ненавижу короткие носки. Я в них не вижу смысла никакого. Я считаю, что носки должны быть такие и длиннее. Ёршик я вам показывать не буду. Давайте я вам покажу макролинзу. А потом закончу одеждой и еще подумаю в следующем выпуске, если он будет, конечно. Вы должны показать свой отклик, писать комментарии, лайкать, то есть осмысленные комментарии. Хотите вы продолжение Wildberries с примерками моими или не хотите? То есть покажите свой отклик, и тогда продолжение этой рубрики будет. Это макролинза. Она приходит вот в таком мешочке. Основа — это прищепка. Вот сама линза. Она стеклянная, не пластиковая. Есть, конечно, микроцарапинки. Без этого никуда. Она очень сильно пылится. Вот это макро, а вот это вот уже рыбий глаз. Мне понравилось вообще на них снимать. Это не совсем удобно, потому что телефон сразу становится на полтонны тяжелее и падает. Но если приноровиться, можно получить очень забавную картинку. Не совсем вижу смысл показывать это боди, потому что это магазин твое, и, скорее всего, там больше его повтора не будет. Это то боди, которое я хотела. Я люблю зимой одеваться так, чтобы на боди сверху надевать какую-либо кофту и все. С такой вот маленькой молнией. И в целом черное и черное. Я в нем фоткалась или, по-моему, какое-то видео снимала. И с подтяжками вместе. То есть я их приобрела в один момент. Подтяжки красного цвета, такого яркого, с железочками. Все шикарно. Рассекаются они на две части. И вот. В целом. Очень красивый аксессуар. Тоже на себе покажу. Мне нравятся такие вещи. Маленькие детали. И в руках пока что я, естественно, это все буду мерить и крутиться перед вами. Леггинсы, они, по-моему, еще до сих пор есть на этом сайте. Тут такие кожезаменители вставки. Лампасы, по-моему, это называется. Вот. В целом, очень прикольные. Мне понравились. Вот такая фирма у них. Я не знаю, что это за фирма. Самое, что главное, они мне по длине нормальные. Накидаю еще технических вещей. Я приобрела жесткий диск Toshiba. Что это за поебота? Я этого не видела. Чего это? Грязь какая-то, в общем, если можно увидеть. Скорее всего, не видно. Пока что ничего не могу точно сказать насчет него. Я уже на него перенесла некоторые свои видео, чтобы у меня освободить мой рабочий жесткий диск. Это мы поживем, увидим, что мне подсунули. Следующая техническая штука. Я купила вот такую дрель, чуть не сказала. Машинку для стрижки. Что я ей стригу? Виски. Вибрация у нее минимальная, потому что я имела дело с Mazer, по-моему, она называется. Немецкое качество, конечно, там качество немецкое, но вибрация тоже еще та немецкая. Прям, ну, когда вот прикасаешься к себе, сразу вот
как будто еще чуть-чуть и сотрясение мозга можно получить. Эта машинка, она меня, если честно, впечатлила своим видом. Я думала, что я получу за такую цену какую-то фигню. Поверхность soft touch, на ней видно отпечатки. Она симпатичная, она не совсем тяжелая, но и не совсем легкая. Давайте я продемонстрирую, как она жужжит. У нее есть насадки, меняется длина с помощью вот этого рычажка. У нее хороший провод. Если тебе нужно. Что это? Иди нахуй. Давайте покажу вещь. Прям я ее обожаю. Оу, oh, yeah. Мы немного переместились, но я думаю, вы не против. Капучинатор. Это для тех, кто любит кофе. Это самая лучшая вещь, которую я приобретала. В ней ставятся всего, по-моему, две. Все взорвалось. Батарейки АА типа вставляются. Плюс-минус соблюдается. Она готова к работе. Всего одна кнопка. И больше ничего не нужно. Я экспериментирую. Я взбивала как обычное молоко, как большой жирности, как меньшей жирности молоко. Потом я уже перешла к тому, что одну ложку растворимого кофе и одну или полторы ложки сгущенки. Все это заливаешь немного кипятком и взбиваешь. Все. Потом уже доливаешь дальше там кипяток, молоко. И получается очень крутая пенка, которая вообще не растворяется. В целом, это все мои покупки. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте свои комментарии, что вам понравилось, что нет. Может, какие-то товары вы приобретали, что-то похожее. В общем, давайте общаться в комментариях. Я всегда отвечаю на все-все-все ваши вопросы, пожелания и все остальное. Все. Спасибо вам за то, что не проматывали это видео и посмотрели его полностью. Всем пока! И... хуи.
Так что знайте, если вы не смотрите мои видео, вы лох.